Всем привет, друзья! Сегодня я опять на работе, 12 января. Чистка идет снега. Завтра у нас соревнования будут по дрифту. Вот такое природное явление, как хочется показать радугу. У нас такое есть на Урале. Рауф погрузчики чистит. Вот такое явление у нас есть. Как радуга. Ну что, покажу немножко сегодня, как попробую прицепить везде камеру. Показать, как чистится лед. В принципе, тут особо так-то удивляться нечему. Ну, обычно снегозадержание, ну, расширяем и уменьшаем брустверя. Краем проходим. То есть прохожу. Становится брустверя. Сталкиваю брустверя чуть дальше, чтобы под ним мерз лед. И сейчас подбиваю. Краешек красиво делаю. На этом моя работа сегодня будет сделана. Вот где я не могу взять бруствер большой. То есть у меня весу не хватает у трактора Санька. Рауф вот расширяет его, чтобы у нас здесь, где бруствер, не таяло под ним лед, не таял. В некоторых местах бывает тает. В целях, и чтобы накопление в будущем зимы, до февраля у нас еще далеко, чтобы накопление будет, мы также будем разметать, и под ним будет намерзать вот в этих местах лед. То есть Рауф работает. Я тоже поехал работать. Дальше больше. Дальше съемки.